Друзья, всем привет, это просто охренеть. Я сейчас нахожусь на аккаунте, на котором не играли целый год. Я вам сейчас это докажу. Заходим в влог поединка. А на аккаунте последний раз поединок был 83 дня назад. Можно сказать, что этот аккаунт призрак. В клубе он находится президентом. Тут тоже не очень активные парни, но его рекорд пока не перебили в клане, да, поэтому 83 дня на аккаунте заходили. И знаете, что я хочу сегодня проверить? Потому что, ну, ходит много разных теорий, мнений, легенд, мифов, что Лего падает по разным случаям. Лего хорошо падает на нулячем аккаунте, когда нету много бойцов. Лего хорошо падает, когда ты на всех персонажах поднял 500 плюс кубков. Кто-то говорит, что Лего падает чаще тем, кто с бета-версии играет. Хотя это смешно немного. Они играют дольше всех и, ну, по сути, у них уже Лего есть. Короче, мне интересно. Вот у разработчиков нету никаких там приколов, что если человек долго не играет, то они ему типа, воу, на, тебе держи, там, при открытии нескольких сундуков, типа, какие-то плюшки, воу, на, держи, возвращайся в игру, на тебе Лего, только не забывай, что Brawl Stars надо играть. Я сейчас сюда, на этот аккаунт Призрак, задоначу. Давайте я вам покажу, что тут нету ничего абсолютно, ну, как нету ничего. Тут 20 из 30 бойцов, но я имею в виду, по-моему, новых бравлеров, которые выходили. А нет, смотрите, Карл выходил, Карла же добавляли, да, по-моему. Не помню, когда, если честно. Может быть, владелец уже собрал новых бойцов. Бит не разблокирован, Эмс не разблокирована, Биби не разблокирована, ну и так далее. Очень много кого не разблокированных. Этот аккаунт принадлежит моему модератору Стербену. Друзья, ссылочка на Стербена в описании. У него на 10 тысяч выйдет рэп-ролик. Обязательно зацените. Это мой модератор, постоянно на моих стримах присутствует. Ссылочка на него в описании, снимает ролики каждый день. А также не могу пройти мимо Дедлайна. Ребята, это тоже мой модератор. Я вам настоятельно рекомендую подписаться на этих двух парней. Это мои модераторы, которые постоянно на стримах модерируют чат, которые постоянно скидывают мне идеи для роликов. Если у вас появилась какая-то супер крутая идея, много сундуков, пишите этим парням, подписывайтесь на их каналы. И они обязательно вас свяжут со мной, потому что много кто пишет, я не могу связаться с холдиком, как мне это сделать. Вот, на Дедлайна и на Стербена подписывайтесь, знайте, это мои официальные модераторы. Да, можно и так сказать, ссылка на них в описании. Ну что, друзья, я сейчас на этот аккаунт задоначу 100 баксов, целых 100 баксов на аккаунт Призрак, на котором не играли целый гребаный год. И посмотрим, будет ли повышен шанс на выпадение Леги, изменится ли что-то. Смогу ли я выбить легендарку сегодня или же нет? Короче, донатим на аккаунте Призрак, вы в свою очередь поддержите лайком, рекламная пауза, и мы начинаем. Ну что, друзья, целых 2000 гемов на аккаунт Призрака. Шанс на Легу такой же, как и у обычных игроков, ничего не меняет, ну, ничего не изменилось, да, никаких супер приколов нету. Я предлагаю начать еще вот с этого доната. Так, давайте начнем именно с этого доната. 10 баксов. Потому что, ну, очень крутая акция. Давайте донатим. Так. Друзья, спонсором данного ролика являются мои друзья OneX. Вы прекрасно... Я извиняюсь, это у меня мисклик. Так, 100 гемов. И сейчас проверим, будет ли падать нам со всех сундуков все подряд. Или же это сказки, то, что старым игрокам везет больше, или тем, которые не активничают. Ну, по сути, разработчики как-то будут привлекать игроков, которые вышли уже давно с игры и не заходят, да, в нее. Ну, типа, вот когда он вернулся, да, открыл сундучок, типа, вау, смотри, ты вернулся, чувак, лови Легу. Пока что мы ничего не ловим, пока что фигу. Но у нас 2000 гемов, поэтому сейчас будет очень веселое открытие. Ребятки, поддерживайте лайком. Как только вы успеете подписаться до того, когда выпадет новый боец, сразу же плюс к везению. Отвечаю, просто подписка, лайк на канал, можете рассчитывать на везение. Отвечаю. Итак, смотрите, сейчас до 2к открываем, и нам падает что-то первое. Блин, я заору, если это будет сразу же Лего. Я просто очень волнуюсь. На аккаунте целый год не играли, никакого актива не было. И тут я такой залетаю, на, 100 баксов, поехали сразу открывать. Может, надо его как-то раздуплить, сходить в бой спустя 90 дней. А ну, давайте посмотрим, какой у нас самый последний повтор. 98 дней, охренеть. Круто. Так, ну что, готовы? Вот с этого мегаящика сейчас падает бравлер. Все, кто подписались,
получат так же. Я вам говорил, просто я вам говорил, все, кто подписались до того момента, как я открыл этот сундук, можете быть уверенными, что вам что-то дропнется. Ну что, теперь вся надежда на то, чтобы это было что-то интересное. И Биби, это эпик, друзья, это хорошо. Эпик, это хорошо. Так, отличненько, начало мне уже нравится, нравится. Хотелось бы легендарочку, конечно, очень бы хотелось. Так, блин, круто. Опять 6 бойцов, друзья, 6 бойцов. Ну что, готовы к легендарке? Блять, это пассивка, камон, фак, фух. А ну давайте посмотрим, у него еще что-то есть? Уровень силы. Да, походу это единственная пассивка. Фух, я так очканул, думал Лего будет. Пока один новый боец. Окей, продолжаем. Я думаю, что будем открывать мега ящики. Их гораздо интереснее открывать, нежели большие. Но мы будем в перемешку. Вот сейчас несколько больших, чтобы разбавить интерес. Ну, чтобы не так много, чтобы не так много гемов тратилось быстро. Так. Хорошо. Получается, у нас 1.5K еще. Да ты что, блин, да мы еще сейчас сколько легендарок выбьем. Итак, мегаящик, снова новый боец, Чпонькс. Блин, не получилось, походу кто-то не подписан, ребята. Проверьте подписку. Можете на Стербена, на Дедлайна прямо сейчас подписаться, может это вам что-то поможет, не знаю. Так, 1300, окей. Окей. Снова мегаящик, давай 6 бойцов. Пока, кроме Биби, ничего не выпало за 1000 гемов. На самом деле, я ожидал побольше, побольше. Но я думал, что типа, камон, хотя бы эпики будут падать чаще. Но, может быть, нам готовят сюрприз, и сами знаете, что выпадет. Спайк! Или Сэнди, представляете? Или, да, Сэнди. Последняя же Лего Сэнди была. Ну что, друзья, последний сундук из 1000, и у нас остается меньше косаря. Блин, меньше косаря, представляете? Так. Ну, погнали. Начнем с большого. И пока только Биби. Офигеть. Давай, я верю в то, что еще... А ну, какой шанс на Легу? А ну, что нам еще не выпало? Ну, смотрите, Пайпер, Пэм, Морти, Стар. Ну, блин, дофига что, дофига. О, один сундук. Было бы прикольно, если бы с него что-то дропнулось. 4000 кубков на аккаунте. Офигеть. Это ради эксперимента я 100 баксов задонатил. На самом деле, ну, я сомневаюсь, что этот аккаунт будет жить после моего доната. Чисто ради видоса. Надеюсь, вы поддержите лайком. Заодно мы и проверим, так ли это. То есть, везет тем, кто долго не играет или давно играет, допустим, да? Или же это все фигня и бред. Но пока что я расстроен. Биби вначале бодренько выпала, а дальше что-то, знаете... Я подрастроился, а ну-ка. Да блин, вообще ничего не падает. Офигеть, если сейчас ничего не выпадет, я еще задоначу. Капец, мне интересно, кто следующий выпадет. Ну реально, вдруг Лего, вдруг из-за не падает так долго, потому что там следующий персонаж легендарный. Блин, ну жестко, жестко, я вам скажу. Фух, один предмет, думал, это Лего. Так, ну что ж, хотя бы еще один эпик. Да блин! 5 предметов. Ну что, вы верите? 6 предметов, друзья. Это новый бравлер. Это новый боец. Но какой боец, вы сейчас узнаете. Пожалуйста, поставьте в этот момент все лайк. Тупо поставьте лайк. Фух. Так, скриншот. Готовы? Это Жируха Пэм. Это Жируха Пэм. Блин. А жалко, я надеялся на легендарочку. Блин. Так, итого у нас осталось сколько? Последний сундук. Блин, друзья, мы всего лишь выбили 2 эпика. 2 эпика и при этом потратили больше 2000 гемов. Я бы мог сюда и сейчас еще задонатить, если бы это имело смысл. Просто... Ну, падало очень небодро. А на самом деле, ну, у нас, смотрите, Пайпер не выбито, у нас Пэм не выбито. То есть, ну, мифики есть. Вероятность того, что дропнется нам следующий персонаж Лего, неплохая. То есть, можно, конечно. Но сколько мы потратим гемов, это неизвестно. Короче, друзья, хоть год, хоть два вы не заходите, это никак не влияет. Разработчикам похрен, ушли и уходи. Придет на твое место новый.
Поэтому никаких поблажек нам... Ну, 2 эпика, не знаю. Если вы считаете, что за 2000 2 эпика это нормально, то, блин, ну тогда можете год не играть. Вот, но это все шутки. Я не знаю, что на этом аккаунте еще подснять интересного. Может, у вас какие-то есть идеи? Я предлагаю, что на этом аккаунте продолжать не играть, чтобы прошло 2-3 года, и потом опять отснять ролик. Уже через 2 года, там, я не знаю, когда БС уже не популярный будет. Что, 2 года на аккаунт не заходили. Вдруг какая-то будет акция или плюха, а? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравился ролик. Пишите в комментариях, может быть, еще сюда чуть-чуть задонатить. Если много лайков наберем, я еще одну серию запишу на аккаунте Призрак. Ссылка на моих модераторов в описании. Подписывайтесь, всем хорошего настроения, спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока.